Итальянцы приезжают в Россию не только за приключениями. В Ивановский химико-технологический университет зарубежные гости были приглашены на международную конференцию, посвященную развитию химических и биохимических технологий. Мероприятие проходит в течение 2 дней, и в четверг состоялась церемония присуждения звания почетного профессора научному атташе посольства Италии в России Пьетро Фре. С ним у нашего вуза не только давнее сотрудничество, но и крепкая дружба. Мы долго к этому готовились, и на Западе, в Европе такие церемонии проходят регулярно, и мы довольно долго отрабатывали формат, как это должно быть. И вот в итоге, мне кажется, сейчас получилось то, что должно быть. Пьетро Фре – профессор Туринского университета, супруга у него из России. Он специалист в области теоретической физики, неплохо говорит по-русски, но ивановским студентам лекции пока не читал. Впрочем, если поступит такое предложение, то не откажется. Я был очень рад, если есть интерес читать лекции или популярные, или более направление специальности, как угодно. Для меня это будет, конечно, очень хорошо. Я люблю читать лекции. Я профессор с начала и люблю студентов. Все для меня это будет хорошо, если будет приглашение на это направление. Имя нового профессора теперь отмечено на доске почета. Что касаемо практической пользы этой международной дружбы, ее роль сложно переоценить. Молодые сотрудники ИГХТУ ездят на стажировку в Турин. Там у них есть возможность работать на современном оборудовании. Мы в дар от них получаем уникальное оборудование. Вот совсем недавно получили калориметр Сетерам французской фирмы. Но в Иванове точно таких не было, в России, может быть, не более десятка. А до этого с их помощью приобрели американский калориметр, сейчас в России таких только 2. Сами итальянцы тоже высоко ценят партнерские отношения с Ивановым. Говорят, что химтех – один из самых ведущих российских вузов. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.